Дорогие читатели и слушатели «Комсомольской правды», от всего сердца мы хотим поздравить вас с наступающим Новым годом. И с наступившим Новым годом, и с Рождеством, и со Старым Новым годом. Праздниками. Мы хотим пожелать вам здоровья, счастья, исполнения всех желаний и, конечно, много-много любви. И еще обязательно здоровья, потому что следить за своим здоровьем и быть в форме – это обязанность каждого человека. А так как следующий год – год собаки, я желаю верных и преданных друзей. Любите друг друга, будьте счастливы. Как счастливы мы?